Всем привет, с вами Артём, и мы продолжаем прохождение Torchlight 3. Так, нам к расколотым тронам? Да. Идти. Смотрите, как... Ой, тихо, нет, как сундук миленько стоит. А не ловушка, да? Я думал, ловушка. Так, я-то думал, реально ловушка. Так. А это не ловушка. Приятно, приятно. Так, а вот и босс. А мы с ним только что сражались. Ну не только что, да? Не только прям что, да? Но сражались. Я, кажется, какой-то портал только что активировал. Секунду. Спасибо, что ты сдох. Нет, иди отсюда. В смысле? Я не хочу сражаться с этими утырками. Я для этого сюда и не хожу. Потому что если мы сейчас зайдем, это надолго. И мы там сдохнем. А я не хочу там помирать. Да, есть шанс, что мы выбьем себе хорошее снаряжение. Но шанс, что мы сдохнем, еще больше. Привет, привет, привет. Вот и все. Да, поэтому я верю в то, что я сдохну, чем в то, что я выживу там. Да, я в себя не верю, в общем. Так, я перезашел в игру, как я хотел сказать, но забыл. Вот. Так, что ты делаешь-то? В смысле, как они умудряются блокировать мне именно навыки атаки? Ладно, еще какие-нибудь другие. Они мне блокируют именно навыки атаки. Это раз. Во-вторых, зверей что-то много очень. Что-то очень много зверей. Да. Так, там еще один босс. Ну и все, да. Они пытаются, правда. Отходи, я тебя прошу, пожалуйста, отходи. Тихо, он сейчас рванет. О, сундук надо открыть, чтобы по нему хотя бы молния фигачить начала. А то что-то как-то никак. Так, там босс. Слушайте, мы уже столько всего набрали, если честно. Ой, тут что-то выйти должно. Да? Да, конечно. А ты огненный урон, да, наносишь? Ну, огненный урон тебе хорошо, им не очень. Так, что мы нашли? Ой, подожди, это хорошая штука. Это хорошая. Так, это нет, это не надо. 670 не берем, 780 не берем. 1000 нет, это не надо. Дополнительный урон для основной атаки мечом. Нет, спасибо. У нас не меч, потому что, ну, нахрена нам. Бессмысленная штука. Так, и нам к боссу, скорее всего. Ну, я думаю, что нам через боссов идти надо в основе-то. Все равно, пусть вылазят все. Мы их всех вынесем. Потому что у меня есть способность моя. Я знаю, я хочу тебя отменить наоборот, чтобы ты не стрелял. Пик плаща мы нашли. Ой, не люблю его. Так, давай. Да я знаю, что он помер. Спасибо. А то я же не знал. Все, и ты помер. Че, из тебя выпадает посох? Ну, такой себе. Всякий хлам, короче, с него выпал.
Да, не на то. Это тупик, и это тупик. Против вас электричество, скорее всего, хорошо будет очень. Но это, скорее всего, это не факт. Так, и мы открыли еще одну деталь, предпоследнюю. Кстати, пик открыли. Так, это уже означает, что скоро будет вообще шикарно. Да, я знаю, что ему нельзя скидывать, я забыл. 849. Давай. Защита от молний, ничего нет. Ну, мы же сейчас как раз бегаем там, где много молний. Нам нужна защита от молний, все логично. Я думаю, что нам по центрому, по центральному. То есть мы бьем и молнией, и огнем, да? Это хорошо. Как же меня радует моя способность. О, мы нашли место, куда нам. Все, что он делает, это кидается гранатами. Все, что... Ой-ой-ой, тихо-тихо, ну еще взрывается сам. Камикадзе. Шичка моя. Так, иди сюда. С этим к нам никто не подойдет. А те, кто подойдут, ощутят печальку. Я знаю, что он появился, спасибо. Кстати. Ни черта. 9 золотых, смешно. Но это даже не смешно, реально. Так, мы сейчас появимся где-то. Давай смотреть по карте мира. Мы здесь и здесь, серьезно, мы ближимся к финалу. За сегодня, не знаю, успеем мы, не успеем. Но если останется чуть-чуть, я прямо это, пробегусь быстренько. До финала-то. Ну хотя не факт, мы же знаем какие тут места, да? Ну в смысле, какие тут локации огромные. Она может быть где угодно, база. Ну, точка, куда нам надо. Пойдем со мной, не. Не ведись на их заманухи. Что ты такое? Нифига себе. А так можно было? А ничего, что он слишком здоровый. Тихо. Прям слишком. Прям очень здоровый. Так, все, что я здесь нахожу, это бесполезный хлам. И 46 уровень. Неплохо. Так. Ну да, они, конечно, очень умные. Нашел у кого выпендриться. Да, по живым существам мы неплохо так долбим. Так. Стой тут, да, мы сейчас зайдем вот сюда, докачаем последний. Все, 10-10. Так. Ну ладно, у нас осталось 15 уровней. Это значит, что мы сможем докачать минимум один навык до максимума. Угу. Врага нанося 36 урона оружие каждому. Кроме того, в рамочной форме 3 заряда врага на 2 секунды. А, ясно. Ну, короче, ладно, это я потом почитаю, посмотрю. Мы, кстати, уже нашли, куда нам надо. Судя по карте, это прям рядом. Прекрасно. Ну, вот сюда. Как-то мы очень изично идем. Давайте посмотрим.
Да, смотрите, мы в последней локации. Неужели тут босс будет? Неужели тут будет босс? Все может быть, может босс, может... Ну, по идее, финальный босс должен быть здесь, как минимум. Как минимум финальный. Эти, конечно, да, эти ребята. До финальных боссов вам, ребят, далеко. Так, что вы мне предлагаете? Ага, вы мне предлагаете сказать, что... Так, питомец, иди отсюда. Раз все настолько плохо, смысл тебя тут держать. 102 урона перчаткой. Не хочу. 1204? Вау. Интересненько. Ну, такое себе. 1204 урона. Вау. Ой, я... Нет, все же... Ну ладно, потом обсудим это, когда уже пройдем игру. А то сейчас делить шкуру неубитого медведя. Опять ты? Опять ты? Какой же ты медленный, братан. Ты, конечно, мощный, наверное, но очень медленный. Очень медленный. Ну, кто-нибудь вылезет? Типа я достал спокойно вот так. И никто. Ой, не надо так делать. Как я изичный, ему просто прошиб его насквозь. Так, и нам выпала рука. 1045 урона. 1000 этого? Нет, спасибо, это все фигня. Так, стоп, там еще... нет, спасибо, все фигня. Ну, можно немного молнии врубить. Немного молнии врубить можно. Так, есть вариант... Ну, давайте понизу пойдем сразу. Тут же сейчас начнется замесище, да? Сразу же. Сразу же за месяцем. Я забыл про свой старый добрый удар. Так, и там я вижу уже значок и этот. Значит, нам, скорее всего, сюда. Ты пэт вернулся. Прекрасно, держи. А у нас тем временем огромное количество легендарок. Интересно, кстати. А... Черт, только не это, по-братски. Верни меня туда же. Фух. Короче, да, скорее всего, есть такой вариант, что нас заставит игру заново проходить. Ну, не заставит, а предложит, скажем так. Типа, а не хотели бы вы пройти игру заново? Тем самым вы получите еще больше наград, уровней и всякого хлама. Так, дайте приколы ради, соберем вот эти. Ну, посмотреть чисто, что тут есть. Да, вот шапочка какая-то. Все, пока, спасибо. Интересная информация, спасибо, бесполезная абсолютно. О, какой телескоп прикольный. Нам наверх? Нам наверх. На, ну ты что ты делаешь? Почему они невидимые? Слушай, я ж тебя из ружья просто валю, чувак. Из простого ружья. Я даже... Ничего такого сильного не применял, только ружье. Давайте, власть, я пока сундук ваш заберу. Естественно, они откроют. Ну давай, о.
Блин, а этого так просто не столкнешь. Ну, нам просто и не надо, просто неинтересно. Так, смотрим. 1201. Ну, копье я не использую, ближнее оружие. 1401. Давай уж погоняем с мечом. 1900 берем. 1000 урона от яда защита. Давай вот это вот сюда. Подожди, 1100? Да. Скажи мне, я смогу взять пистолет и какой-нибудь, ну, например, щиток? Да, прекрасно. Ты пока идешь 100% нафиг. А вот насчет пистолета пока не знаю. Ну, чё вы? Давайте. Просто сейчас, если щиток хороший выпадет, то вообще прекрасно будет. Ха, нифига себе, прям. Натя, леща батиного. Да. Слушайте, мы сейчас, кажется, я шмальнул по одному, но как будто дробью. Слушайте, сколько телескопов тут. Чего они пытались под землей-то найти? Я, кажется, нашел, куда нам надо. Да-да-да. Все, готово. А, подожди, у него тоже урон суммируется? О, вот это красотища. У него тоже суммируется урон. Это означает, что мы сейчас сможем нехиленько так наяривать. Щиток. Шанс блокировать удар. Шанс блокировать там побольше. Ну, это нам не надо тогда. Не надо. Я просто хочу сейчас с посохом побегать. С пистолетом и щитом посмотреть. Да в смысле? Двое? Серьезно? Ну ладно, все. Я не знаю, зачем они вдвоем вылезли, если я их ваншотнул одним выстрелом. Пойдем через верх. Не хочу с этими ребятами сражаться, мне лень. Сейчас тем более, с кем сражаться у нас есть. Как я умудрился два раза промазать, блин, по этим гадам. Так, нам вот сюда. Босс ли это? Финальный ли это босс? Смотрим. It is time, Varys. The intruder draws near. Begin the ceremony. Prepare the vessel. As you command, mother. The dragon beast Ordrak. I have my vessel at last. With Ordrak's heart removed, the hordes of the Netherrealm will finally invade Novastraya in full force. I shall deal with the intruder. Now step aside, Varys. I wish to test the strength of my new vessel. Yes, mother. Nothing will stop me. Novastraya will be mine. И чё, нам теперь с боссом ящеркой сражаться или все же с бабой сначала с этой? Ну, я, наверное, думаю, что с бабой сначала, потому что, а потом уже ящерка. Так, чё за штанцы нам выпали? Такое себе. Ну чё, ящерка или баба? Ящерка? Серьезно? Ну типа она крепкая, ничего не скажешь. Просто не стой рядом с ней и все. Ты серьезно что ли? Ну так убежать же можно. Типа они не коцаются что ли в этот момент? У нее иммунитет, да, показывает. Я тут могу что-то активировать.
Охренеть! Я в курсе. В начале уровня. Так. Давайте посмотрим. У нас есть, если что, у нас есть ствол. Если что, у нас есть ствол. У нас нет питомца. Мы не можем достать, да? То есть, короче, если что, мы можем... Блин. Давайте урон повысим, если что. Урон и... Шанс блокировать удар. Я думаю, это нам, в принципе, больше нам ничего повышать не надо. А, ты уже скоцанная. Тихо. Опять? О, кстати, мы сейчас же этот наберем на них. Да, мы сейчас на них наберем всякие там эти плюшки. Да. Лови. Стой там. Блин, ее молнию лупит и не лупит одновременно. Все, все померли, вылазь. Тихо. Тихо, появился Пэт. Ты что, вообще всем атакуешь, что ли, теперь по мне? Ты сейчас сдохнешь, ты в курсе? Вот и все. Так. Шипы, все. Ну вот и все, мать сдохла. Реинкарнация порча. Дочка не справилась. Почему 4 героя? Я один ее вынес. Нечестно. И почему я вот этот кристалл не забрал? Мы типа с ней сейчас сражаться будем? Или что? Или ее засосет туда же, в портал. Да, ее засосало тоже в портал. Ну ладно, хорошо. Ты, ну я думал, она будет тоже одним боссом, а потом мать, но, как видите, нет. И как обычно мы спасли мир. Но тьма все еще здесь. Как бы мы не хотели. Да, спасибо. Все, мы можем собрать все. Конечно же собрать, куда же без этого. Кстати, мы получили... Иди домой, пес. Кстати, мы так и не получили питомца последнего. Ну, двух. Все, мы собрали. Ты должен быть в фуле, если что. Ну все, больше собирать нечего. Так, можем сменить конфигурацию. Здесь, ну, добить ее. И типа вот у нас еще две конфигурации. Как раз таки с разными приколюхами, с разными кристаллами, статуйками и так далее. Посмотрим, что нам выпало с финального босса, да? И идем на базу. Угу. Идите к причалу эхо. Погнали, посмотрим, что нам на причале эхо скажет. Так, во-первых, посмотрим, что мы нашли. Штанцы на 1600. 4К защита от электричества, нифига себе. Нет. Да, сейчас мы посмотрим на тебя поближе. Так, 500, да. Сейчас мы посмотрим на тебя поближе через вот это.
1453, бери. А, так, тебя мы активируем, получаем непонятный ингредиент, и у нас еще есть портал куда-то. И давайте пообщаемся с кем-то. Кто ты такая? Так, я знал, что у тебя огромный потенциал благодаря тебе. Сколько людей осталось живых, и не только подданных империи, но и просто невинные души по всей Новостее. Я горжусь знакомством с тобой, рекрут. Мы все гордимся. Спасибо. Открыто Дюнфин Фазира. Теперь у вас персонаж есть доступ к Дюнфин Фазира. Для начала испытания посетите его в любой... Все, я понял тебя. Давай смотреть. Новинка. 2К700 защиты. Конечно, давай. Так, у нас левелапчик. А мы вкачали все на фул? Да, мы все на фул вкачали. Так, у нас получается осталось 14 уровней. То есть мы что-то вкачаем на максимум и 4 уровня во что-то вкинем. Так, шанс ударить пораженным током врага молнии при попадании несет 100% урон от оружия. Давайте что-нибудь из электричества... А, нет, это мы не будем вкачивать. Мы вот это, наверное, тьму вкачаем что-нибудь. Так, враги носят на 50% меньше урон, находящийся в зоне влияния проклятия в течение 4 секунд. Какая зона влияния? Радиус какой? Так, урон 1, дальность проклятия. Ау. Так, а какая зона у нее? Ну, я могу скинуть, если что. Стоп. Это мы кидаем фигню, которая летит во все стороны. Так, это вообще... Что это? Симон? Что это? Призыв кого-то? Давай. Давай посмотрим. А посмотреть мы это можем... Да, в принципе... Ну-ка, давай мне карту мира. А где мне квесты мои взять? Ага. Типа ты... Да, ясно. Понятно. Ну, у нас, короче, в первой локации квест есть. И вот здесь что-то есть. Тут квест есть у кого-то? Фига себе. Так, смотрим. Нет. Естественно. И нет. Кстати. Просто хотел развернуть. Бла-бла-бла. Кто ты? Ага, ясно. Это не наше. Поле ягоды, да? Так, тут мы что? Это мы строили, это мы строили. Тут у нас нового ничего не прибавилось. Посмотрим, что у нас за квест здесь. Привет, я здесь по приказу генерала Грея. Помогу тебе разобраться с новыми укреплениями, форт и другими полезными постройками. Ну что, начнем. Есть. Так, построй алтарь чародея в своем форте. Алтарь чародея. Алтарь чародея, вот он. Ну, давай прикола ради разместим его вот тут. И что нам дает алтарь чародея? Эй, типа, серьезно? Так. А, зачаровать. Неплохо. Неплохо. Что, штанцы дают? Да, охренительно штанцы дают. А почему штанцы, которые на мне? Давай мы снимем, к примеру, шапку с меня. А как тут понять, есть слот пустой или нету? Тут же непонятно, есть пустой слот или нету. Ну реально. А, разбирается. А, даже так. Так. Редкая эссенция. Короче, это всякие оружки. Ясно. Так, а что нам это дает? Ну, то, что мы вообще ничего не можем вкачать от слова совсем. Как вы видите. Ну, да, типа да, но нет. Так, идите в став таверну, поговорите с загадочным странником. Да пойдем поговорим, чё. А, мы хотели, я хотел шестерочку нажать. А, это миньончики, прикольно. Это миньончики. Хорошая, кстати, тема. Пусть за нас еще какие-то ребята воюют.
О, какой таракан здоровый. Так, и кто это ко мне вернулся? Герой, победитель, носитель сверкающих доспехов, ищущий новые задания, чтобы испытать свою силу. Ну, тогда да, навести Дюнджина, Физара и... Так, ибо он и знает твою жизнь, окей. Дюнджин Физара, что за твою мать? Короче, всякую хрень строить заставляют. Дюнджин Физара, фигурка, вот она. Дюнджин, не хочешь побыть-ка, знаешь где? Ну давай Дюнджина поставим тогда. Ну, у нас вот тут место есть. Пойдем. О, заработать бесконечные награды, в том числе, ясно. А, это Джинни. Что это такое? Так, заброшенная пещера. И чё? Нет дополнительных правил. Подожди. Короче, теперь у нас все, что мы делать будем, это нет отслеживаемых заданий. Откройте карты, выберите задание. Короче, мы теперь можем свалить жуков пачками. Давайте еще, знаете, что посмотрим? Невозможно отправить питомца в город. Почему? Потому что его нету. Нельзя отправить того, кого нету. Блин, столько питомцев, надо своего еще найти. Где мой дракон? Что значит невозможно? Ну иди отсюда. 8 секунд, я же говорю. Так. Ой, не ту кнопку нажал. Ну, алтарь нам не нужен. Ну и хотя, ладно, фиг с ним. Да я знаю, что он вернулся. Давайте вот этот квест пройдем. А, да, и пушки надо скинуть. Вот жалко, что, во-первых, инвентарь расширить нельзя. Что очень печалит. Можно было бы инвентарь расширить, вообще бы цены не было. 47 плюс надо, а у нас 47. Да-да. Так, это какая-то местность. Толща. Уничтожь гоблинов, 60 штук. Так, ну-ка давай, ребят, показываем себя. Ну, не знаю, такое себе. Ну, их еще прокачивать надо, естественно. Будь они попрокачаннее. Ты что делаешь? Будь они, конечно, попрокачаннее, они бы ваншотили еще больше. Так, давай. Что это, гоблины ледяные какие-то? Так, знаете что? Мне это не нравится. Ну, в том плане, что этот... способности, навыки мне сейчас перемешаются все. Так, сюда вот этих, а сюда вот это. Потому что я сейчас не то нажму и с этих и гоблинов активирую. А я не хочу их активировать, типа. Ну, случайно. Так-то я, конечно же, хочу их активировать. Так. Сколько вас тут, а? Пистолет мощный. Ё-моё. А чё они замораживаются-то? А фиг его знает. Чё они замораживаются, но они замораживаются. Так, 3 из 6 найдено всего лишь. Всего лишь 3 из 6. А, это, наверное, способность какая-то моя дополнительная. Потому что я так не знаю. 4 из 6. Прекрасно. Плюс мы с гоблина всякую шляпу собираем, которая нам в дальнейшем понадобится. Так, ну и приближаемся уже к этому. Да, вот маны, конечно, не хватает. Да, слушайте, это мы замораживаем.
Так, давай. А где? Где та фигня, которая мне нужна? Ты что там пляшешь-то? Выплясывай там стоит, ведь сволочь. Мне нужна... О, сундук забрали. Супер. И что в сундуке? Ни черта. Так. Естественно, ни черта. Пойдем со мной, не бойся. Так, ну гоблинов мы наубивали. Как нифиг делать? Ну, задание такое себе, ну, не сложненькое что-то. Урона до хренища просто наносим. Вот дай я 5 секунд вот тут передохну, посмотрю просто, что у нас. Да, короче, смотрите, пошли шмотки, ух, нихрена себе. Пошли шмотки, в которых есть ячейки под снаряжение, то есть под дополнительные бафы. То есть они идут после того, как ты проходишь игру. Что не может радовать меня, ибо так нечестно. Ну, то есть, реально, вот такой вот, типа, если, ну, если хочешь дальше интересно играть, фармить там всякое такое, то тебе надо, ну, ты понял. То тебе прям вот надо. А если ты не хочешь, да, то, как бы, ну... Типа, короче, после прохождения игры накидывают дополнительную плюшку, которая тебе поможет более интересно, ну, больше интересного добавляет. Так, нам вон туда. Ребят, вы, конечно, сильные, я ничего не скажу. Вы очень сильные, но давайте не сегодня. Только не говорите, что это тупик. Реально, это будет сейчас так обидно. Ну, то есть мне придется обратно бежать. Слушайте, он их замораживает реально, на постоянке причем. А еще у меня столько много хп, что оно не тратится. Пока я воюю с монстрами. Да, смотрите, на них заморозка накладывается активно. Так, а нам вот сюда уже. Нам уже вот сюда. Там, наверное, босс будет, да? И тут босс, да? Конечно, куда же без босса. Ой, тут этот дурачок. Умудриться еще и не туда закинуть эти способности вообще 10 из 10. Так, ты сейчас бегать должен начать жестко. Но тебя замораживать почему-то не замораживает. А тебя и не надо замораживать, ты уже помер. Типа это все? Так, ну сейчас должно быть что-то ценное очень. Тихо. Давай осмотримся, может тут что-нибудь заныкано. Так, сейчас мы понажимаем, мне ничего не заныкано. Так, смотрим. Да, слушайте, шмотки начинают выпадать очень хорошие, причем реально хорошие. Ну, они хорошие с учетом того, что там в них отверстие есть, в которые можно что-то запихать. Да, то есть прокачать оружие. Не, клешню менять на пистолет. О, пистолет поменяю. Нет, две ячейки. То есть эти ботинки намного будут круче. Если мы сейчас так, вот это давай сделаем. И вот это пока сделаем. Все, да, уйти в форт. Ну мы из форта пришли. Короче, как мы поняли, у Джина. Здравствуй, здравствуй. Уровень испытаний, то есть мне надо пройти одно из. Значит что, 50, так. Реликватор, 50 генерации энергии. Реликвии. Так, знаменосец. Воители боссы дают удвоенную славу. 100% удачи золота. Ну давай вот это. Начать.
Еще ты хочешь, чтобы я сделал портал? Короче, все, нам по квесту надо будет пройти и вынести монстров. По идее, ты должен быть финальный. Все, по идее, 50 это финальный. Но потому что тут уже нечего собирать. Потому что тут последний это... Типа ты сначала мне начинаешь? Зачем? Вы че? Типа я несколько кругов должен намотать? Да не, так неинтересно. Давайте уж лучше вот это активируем. Так, мы что-то получили? Давай это продадим. Это мы откроем. Простые палатки, превосходно. А в общем, давайте, короче, на этом заканчивать и подытожим игру. Ну, я не хочу туда идти, я знаю, что это бесконечная фигня, в которой мы будем крутиться, еще раз крутиться. Так, и сейчас мы еще, знаете, что сделаем? Так, вот это все мы продаем и идем вот к этой. А, подытожить надо игру же, да? Угу. Давай вот это. Активировать. 32 скорость атаки для основной атаки. Ясно. Так. К здоровью. А мы же нашли какую-то шмотку на X2. Я не знаю где. А, мы ее продали. Подытожим. Что первое? Глюки, которые начались под конец игры, бесят, естественно. Значит, что еще хорошего? Ну, куча легендарок, которыми можно обмазаться просто с ног до головы. Их нельзя прокачивать, что, ну, не знаю, странно, скорее всего. Потому что если их прокачать, то ты еще урон увеличишь от них. И если ты потеряешь, тебе будет еще обиднее. То есть ты будешь играть еще аккуратней. Но, с другой стороны, если ты просрешь хорошую легендарку, ты начнешь там, ну, некоторые начинают реветь, там, плакать и так далее. Да. Прокачка вот этих деревьев, считаю, что чересчур жуткая, в том плане, что, как видите, чтобы мне вкачать до 4-го защиты от огня, мне нужно завалить кучу народу, а чтобы до 5-го вкачать, там вообще надо крошить, не перекрошить. А по поводу форта, да, для маленькой девочки, которая любит играть и украшать всякой фигней свою базу, это идеальная хрень. Форт это реально идеальное место для этого. Ни больше, ни меньше. Все. То есть, вот для другого он нафиг не нужен. То, что я бы такое Вот тут слишком много украшений, реально. Тут слишком много украшений. В это они как бы слишком сильно... Ну, не на то они поставили, в общем. Да. Кстати. Это вот вроде моя подруга, да? Давайте подойдем. Посмотрим, моя ли? Моя. А почему ты уже с оружием? Так, стоп. Да, смотрите, она уже с оружием, блин, почему-то. Мы, может, ее случайно убрали, когда этот склад убирали? Так, ну ладно, фиксим. А в общем, минусы игры. Начнем с того. Ну, с плюсов, точнее, плюсы игры. А, боссы разные, прикольно. Локации, в принципе, ну, достаточно, если так подумать. А, так-то в прошлой серии, в прошлой части локаций было побольше. Да, локаций было побольше, боссы были в принципе, да в принципе одни и те же. Ну, нет, там боссы были более разнообразные, то есть там были более разнообразные мобы. Здесь они в принципе делятся на три типа, это разные пауки-жуки, даже на четыре, гоблины. Эти роботы и, конечно же, темные сущности и темные твари всякие. Все, то есть три типа, да, и больше ничего. Глюки, не знаю, может быть у меня что-то именно с версией. Что-то вот именно, ну это мой косяк именно. С игрой у меня такие глюки, у остальных все нормально, не знаю. Слишком сильные боссы в подземельях. То есть ты не успеваешь уворачиваться, нет какого-то, я не знаю, может это есть, ну-ка. Так. Нет, на shift это стрелять. Ух ты, серьезно? Хм, прикольно. А, ну, а, да, точно, я об этом понял. А вот, то есть такое себе, с одной стороны. Вот, потом что еще? А, мана. Тупая мана, которая 12. Где она у меня? 12 и все. Это, ну, то есть нет смысла вообще вот в этих всех навыках. Во-первых, ты можешь выставить всего 7. Хотя, по идее, 9 идеально было бы. Почему не поставили 9, непонятно. Во-вторых, как бы 3-4 навыков тебе хватает с головой.
То есть вот мне 4 навыка есть и способность, когда заряд набирается. Все, больше мне ничего не надо. То есть, реально. Потому что, ну а смысл? Какой смысл дальше набирать что-то себе, если, ну, толку от этого нет? Ты все равно не сможешь заюзать все разом способности, у тебя маны не так... Ну, то есть, надо все предметы собирать, чтобы они восстанавливали именно ману. А это, ну, как бы жестко. У меня как бы нет такой возможности. Ну, то есть, реально нет такой возможности. Вот, темное копье, бонусы, навыки. Ну, это понятно. Торнадо, бонус к урону. Тут, смотрю, есть разные. Удача золота, удача снаряжения, восстановление маны в секунду. Это все прекрасно. Вот, 2 маны в секунду восстанавливается. Используя все навыки. Ну, я не знаю. А, ман-то вот у нас, да. Давай вот так сейчас призовем. Все, да, видите, все, я не могу использовать навыки. То есть раньше было можно использовать очень большое количество навыков. И у тебя манов, да, у тебя было много маны, и плюс она еще и восстанавливалась. Во второй части было именно так. Чем меня вторая часть радует? Во-вторых, нету значка, куда тебе бежать. Вообще бесит. Потому что ты должен блуждать хреновую тучу мест, чтобы просто найти это. То есть ты тратишь огромное количество времени на то, чтобы просто пробежаться и что-то найти. Ну, то есть, реально, ты нашел 4 портала, а оказывается, тебе надо в самый низ, в самый угол, причем в левый, не в правый, побежал в правый, тоже не туда прибежал, прибежал в левый, да, вот он, твой портал. Это, конечно, тупо. Я считаю, ну, во всех играх, в большинстве такого типа есть указатели, куда тебе конкретно бежать, чтобы ты не тратил зря время. Потому что ты, ну, ты все равно не можешь войти в те места, по факту, по заданию, которые закрыты. То есть, ты не можешь пройти дальше игры, ну... Нельзя убить других боссов, потому что ты сюжет нарушишь. Ну, именно в этой игре так. В некоторых можно сюжетные предметы собирать, а в конце просто дальше идти по сюжету и выполнять квесты и сдавать эти предметы. Есть такие игры, но их мало. В общем, подытожим. Игра, в принципе, интересная, я не спорю, но есть свои минусы. Их, ну, приличное количество, ничего не скажешь. Но игрушка все же классная. То есть я не жалею, что я в нее начал играть. Вот, но если бы исправили косяк хотя бы, чтобы можно было... Ну, то есть мне 21, почти 22 тысячи хп и 12 маны. Это как? 22 тысячи хп и 12 маны. Это что за тупой разброс? И, конечно, вот с предметами то, что появилось вот это короче, бред, потому что это должны были ввести в самом начале игры. Хотя бы в середине игры. То есть после того, как мы хотя бы прошли, не знаю, там... Вот мы первую локацию прошли, вторую... И вот где-нибудь... В начале второй локации мне сказали бы, а ты можешь находить предметы с прикольными штуками, и все. И я весь бы лес проходил, пособирал бы эти предметы, попрокачивал бы их, естественно, и тем самым бы был бы более мощнее. Можно было как раз-таки валить этих темных монстров, из которых портал открывается, и уже тогда валить боссов спокойно. А сейчас как бы, ну нет, вот и все, типа, ну нет, не получается. В общем, ладно, мы на этом закончим прохождение данной игры. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока.